на 23 февраля. Дорогая, ничего не хочешь мне сказать? Доброе утро. А ты помнишь, какой сегодня день? Четверг, 23 февраля. И что ты мне скажешь? Ну, вынеси мусор. И? И пожалуйста. Так, вообще-то сегодня 23 февраля, сегодня мой праздник. Я мужик, и поэтому сегодня будет все так, как я скажу, поняла? Ты мужик? Да. Вот допустим ситуация. У нас в доме перегорела лампочка. И что ты будешь делать? Ну, пойду в магазин, куплю лампочку. Вот! А настоящий мужик пойдет в подъезд, выкрутит лампочку и принесет домой, и не будет транжирить семейный бюджет. Здравствуйте, у вас есть соль? Да, конечно, даже... Вот! Вот даже соль! Нет, вы пойти у лосей отнять! А он раздает семейную соль направо, налево. Даша, что за чушь ты несешь? Да какой же ты защитник вообще? Ты не смог меня защитить от той злой собаки. Даша, это моя мама. Доброе утро, мам, доброе утро, пап. Доброе утро, сынуля. Вот тебе подарок. Спасибо, мам, спасибо, пап. То есть он заслуживает подарка на 23 февраля, да? Да. Он когда вырастет, пойдет служить. Не пойду. Пойдешь. Не то, что ты даже не служил. Так, вообще-то я не служил по состоянию здоровья. У меня мама 30 лет работает врачом в военкомате. Она всякую туфту у меня в справке писать не будет. Здравствуйте. Я учительница вашего сына. Что происходит? Что такое? Знаете, как он написал сочинение «Как я провел лето»? Выкручивал лампочки в подъезде, защищал маму от бабушки, крал соль у лосей. Это все я его научила. Нужно срочно спасать ребенка. Даша, сама такая еще сына за собой тянешь. Ой, он мне хотя бы внимание уделяет. Не то, что ты, даже подарки не даешь. В смысле не дарю? А вот на 14 февраля классный же подарок-то был. Я до сих пор не пойму, к чему это. Грелка и стиральный порошок. Да так это же прикол. Это тепло и ласка. Какой же ты неблагодарный. Я же тебе все утро говорю. Ну вынеси ты этот мусор. Я же тебе это не просто так говорю. Я тебе подарок всю ночь готовила. Я краской на твоей машине написала. С 23 февраля не поместилась, но я на следующей машине написала. Как же? Я люблю тебя! Дорогие друзья, что мы хотели сказать в нашей миниатюре? Любите своих близких, какими бы они ни были. Взяла тряпку и пошла смывать. Солнце за нас.